В этом году должны завершиться работы по созданию дорожно-тропиночной сети в этнокомплексе «Амазония». На это выделено более 50 миллионов рублей, а освоена половина суммы. Сейчас благоустройство парка продолжается. Буквально 10 дней назад с ходом работ в «Амазонии» ознакомился глава Чувашии. И увиденное ему не понравилось. Темпы и качество оставляют желать лучшего. Угроза есть, что при неосвоении денег, при незавершении, просто могут приостановить финансирование, и деньги останутся на следующий год на другие цели, на другие проекты. Ну как освоить при таком темпе? Электричества нету, тротуара еще нету. 20 дней остался по контракту. После этого работа в этнокомплексе активизировалась, говорит представитель инвестора. Увеличенного количества рабочих на объектах. Ну, на данный момент мы видим, что закончена дорожка соединительная с центрального входа к водоему Влюбленных. Закончена дорожка, соединяющая водоем Влюбленных и восточный вход с зоной аттракционной. Центральная площадка Тухи закончена. Здесь оборудован спуск для мам с колясками и маломобильных. Идет установка опор освещения. Благоустраиваются участки вдоль дорог. Подрядчик обещает засеять их травой и посадить кустарники до 1 октября. Подрядчик двигается в хорошем темпе. И я думаю, те обязательства, которые были взяты перед главой, сдать до 1 октября, они будут выполнены. Но остается еще большая работа по укладке брусчатки по так называемой 14-й дороге, которая соединяет колесо обозрения с центральной площадкой парка. Рабочие трудятся в две смены. Одновременно работают порядка 120 человек на разных объектах на территории 60 гектаров, оправдывается инвестор. Но поможет ли это уложиться в срок, узнаем через 13 дней. Татьяна Трофимова, Игорь Зверев, Республика.